Ну что ж, дорогие друзья, всем привет! И с вами снова я, Петруха. Где я пропадал? Да хуй знает, где я пропадал. Ну, возможно, у меня были дела, возможно, у меня делов не было. Возможно, я просто вам пиздю, как бы... Блять, меня больше 7 дней не было вообще на ютубе. Блять. Ладно, ребят, я надеюсь, вы меня не перестанете из-за этого смотреть, потому что я хочу первым для вас снять обзор. И, кстати говоря, так, я давайте вот так сделаю немножечко, чтобы вам тоже слышно было. Король Легиона, ребята, короче, смотрите. Заходим сюда, берем Серегу, врубаем на максимум и просто послушайте, что он говорит. Ты чё сейчас сказал, уёбок? Ладно, ребят, добавляют нам истории в IT. Так, я немножечко сейчас убавлю, потому что так. Здесь, ребята, кстати говоря, таланты все вот эти вот работают. Поэтому я давайте, ну давайте я, наверное, начну. С кого я начну, Пошли, наверное, с Midnight, чтобы я по-любому выиграл. Мне надо выиграть обязательно. Кстати говоря, мне 10 тысяч кристаллов выдали. Это ли не чудо? Я не знаю. Братан. О, братан, здорово. Какие бы коварные планы не замышлял теневой разум, ни один уважающий себя герой не упустит возможности проявить себя в одном из испытаний турнира. Но ни один герой также не ожидал, что вокруг так называемого тайного склепа соберется так много народу. Midnight, на меня возложена миссия чрезвычайной важности. Нет, надо другим голосом говорить. На меня возможно... Блять, сука. На меня возложена миссия чрезвычайной важности, и я не отступлю, пока не проберусь в столицу. Отвратительно, это место кишит легионерами. Я окрашу этот снег их кровью. Потанцуем? Блять, она реально по-другому говорит. Ну, звуки издает, я имею в виду. Так. Братан, брателло, братишка. Братишка, я тебе покушать принес. Сбавь обороты. Это зачем? Боты здесь изичные, боты здесь дауны. Я понял, как бы. А так, попадешься? Ну ладно. Midnight, как бы, исчезает. Нашей героине нужно было продержаться до полуночи, чтобы получить награду. А, задача не такая уж и сложная, если все противники будут такими слабыми. По крайней мере, я так думала наша героиня. Неплохо. Выберите новый бонус. 9 жизней. Получи смертельный урон. 9 жизней, ребята. Камон, 9 жизней. Это надо просечь вот это вот. Так, окей. Ричард. Здорово, Ричард. Я не буду церемониться. Ультра-графика, если что. Ультра. На, держи. На, попей. Она реально кричит, блядь, как негр. Реально. И не спрашивайте меня, где я знаю, как кричит негр женского пола. Не спрашивайте меня. Сука. Да иди ты в баню, блядь, заебал. Тух-тух-тух-тух. Точно в глаз. Ваши дальние атаки носят критический. Вы носите больше теневого урона. Вот это обязательно. Знак медведя. Здесь урон это все, понимаешь? Если здесь нет урона, это до свидания, можно сказать. Братан, здорово, еще один братан. Братал, браты, бра, блять, сука. Братан, братуха. Так, быстро. Хорошо. Сучка, выждал. Ага, хорошо, натыкивай. Молодец. И опять исчезает. Так, отскок. Прыжок от стены дает вам щит, который защищает вас от одной атаки. Вот это давайте. Знак дикобраза выбираем. Потому что мне так интересно. Окей. Shadow Fight Arena. Рядовой. Здрасте, рядовой. Ну что, страшно? Ну не страшно. Чувак, ну чё ты?
Эй, стоять! Эй, сосать! Кому говорю? Так. Ага, хорошо. Ну окей, допустим. Мне кажется, что-то сломалось. До свидания. До свидания, кусок помоев. Помоев, мусора, кусок. Покой, вот это, обязательно. Потому что стоять на месте мы можем очень долго. Это пипец как долго может быть. Так. Интересно, Линден. Линден. Так, здорово. А ты не охерел, нет? Куда пятишься? Никуда я не пячусь. Ты шо? Ты шо, офигел? Клоун! Клоун, блядь. На, держи. Сука, неплохо. Хорошо. Кажется, что-то сломалось. Ну, естественно, когда в тебя прилетает... Сая, вот такая вот, тяжеленькая. Конечно, у тебя что-то сломается. Это как бы естественно. Это естественный процесс. Лунный ветер. Скачки дают вам теневую энергию. Понятно. Ваши атаки в теневой форме дают вам тень... Вот это неплохо. Вот это неплохо. Это бесконечная теневая форма. Это ферма теневухи, понимаешь? Болван половчея. Ты кто такой? Ну, один раунд... Но один за другим враги пали от руки нашей героини, но расслабляться было рано. Из толпы неповоротливых болванов вышел болван половчея. Мне все равно, что там говорил теневой разум для победителя. Что бы то ни было, оно будет моим, не путайся у меня под ногами. Кровожадный бандит облизал свои золотые зубы от нетерпения. Кажется, у нашей героини появились серьезные проблемы. Да нет. Ай, блять, вот паскуда. А он выжидает-то неплохо, ты смотри. Он очень хорошо выжидает. Он прям максимально хорошо выжидает. Ну я типа вот стою. А, все, я понял. Подожди, дай похилюсь. Стоим, ждем. Окей, ребята. Ждем. Так, ну все, я теперь пару плюх тебе накидываю. Вот ты тварь, а. Ты смотри. Вообще охерел. Вот страх потерял, а, ты смотри. Так, хорошо. Ну и кажется, все, до свидания, чувак. Только никому не говори, ладно? Нет, не буду, чувак. Болван получай. Хех, неплохо, но для меня... О, но даже толпе моих ребят не сравнится с чемпионом теневого разума, не говоря уж тебе. Чемпион теневого разума? У нашей героини было много вопросов, но побитый бедолага не мог на них ответить. Пришлось оставить его бормотать свою чепуху в снегу, ибо орда озлобленных бойцов уже подкрадывалась со спины. Прям, смотри какие, прям вообще. Успешные тяжелые атаки восстанавливают вам здоровье. Так, знак Феникса. Знак Феникса обязательно. Знак Феникса. Слушай, неплохо, а неплохо. Как бы... Так, еще один отхил. Кореш Клайда, я лучший. Чувак, ты худший. Ты спиздил мой стиль оружия, точнее, мой стиль боя. А ну-ка иди сюда. Да нет, я не хочу. Ну не хочу я. Понимаешь ты или нет? Все. Нет, блять. Так. Я тебя понял. Ага. Хорошо. Блин. Да что ты такое, блядь? Ну... Подожди. А он будет меня, типа... Вот, сука. Хорошо.
Ладно, я думал, он типа ко мне сейчас это, ну типа можно к нему подойти так, в начале раунда временно неуязвимо, это неплохо. Временно неуязвимым быть неплохо. И потому что это еще эпический знак, кстати говоря. Интересно, легендарный... О, Стивен! Стивен Геймс, Вадим, ты-то как здесь оказался? Ладно. Как говорится, похер. Быстрее, пока защита. Хорошо, успел. Пойдет. Теперь я точно зол. Вот, блять, а? Ты смотри. А он не тупой. Он не тупой, он знает, когда блокировать мои удары. По крайней мере. Но его можно обмануть. Его можно обмануть. Так. Тяжелая тайна. Успешные тяжелые атаки дают вам много теневой энергии. Вот это, давайте, знак буйвола берем, потому что это надо. Потому что это надо. Так, 9-й раунд, хорошо. Стэн старший. Стэн, здорово. По-моему, мне сказали, что ты Витя, но как бы не будем в подробности вдаваться. Может, ты и не Витя, как бы. Натыкиваем. Успеем, хорошо. Я понял. Да ты ж, блять, а? Можешь постоять? А, блин. Не хочет он стоять. Дать мне постоять, я понял. Он не хочет мне дать постоять. Но почему ты просто не сдашься? Потому что, чувак, потому что. Хорошо. Тут я успеваю. Тут у нас заходит по полной программе, и все. И я побеждаю, как говорится. Так, ну окей. Стэн старший. Стэна старшего мы забираем. Так, вы восстанавливаете больше здоровья в начале раунда. Обязательно. Обязательно, потому что именно так это надо решать. Я не знаю. Смешной Гейл. Смешной Гейл. Чувак, если ты мне сейчас прилетишь, как бы, будет уже вообще не смешно, понимаешь? Поэтому давай вот эту вот клоунаду свою заканчивай, пожалуйста, будь так добр. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда пятишься? Да никуда вроде, чувак. Хорошо, достаю. Я не знаю, как я штрафника буду выносить, потому что это слишком дичайше. Я не знаю. Так. Давай вот так сделаем. Потому что я не знаю, как бы. Потому что я не знаю, что тут делать по-другому. Профессор. Так это не профессор, это этот. Сосредоточься. Да я-то сосредоточен, мужик. Можешь мне поверить, как бы. А он тут тупо прыгает, что ли, да? Дичайше она смеется. Дичайше просто, дичайше, понимаешь? Так, кажется, что-то сломалось. Ух, как страшно. Ой, блядь, какой ты пидор! Ты там спишь, что ли? Да нет, чувак, я тебя вроде ебашу. Пощади. Нет. Окей. Кстати говоря, а если я напишу в чатике «Упс», они мой «Упс» прочитают или что-то там... Так, подожди. Каждая успешная атака повышает ваш урон. Вот это надо было в начале выдавать, а не сейчас. Ну да ладно. Штрафник. Это холодильник, ребята. Total non-frost. Блять, total non-frost. Да, все. Солнце спряталось за горизонт. Тарам-парам. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Кто там следующий? Эй, ты.
А ну подставляй челюсть, я собираюсь тебе ее выбить. Времени не было. Какой-то пидор решил на нас напасть. Я понял. Начинай считать свои зубы. Хорошо? Ты кто такой вообще-то? Ты чё рычишь на меня? Не рычи на меня! А он не бьет. У этого Дауна хватает мозгов меня не бить, когда... Ай-яй-яй-яй-яй! Ну все, я походу в сливе. Так. А толку? Мне нормальные таланты типа не выпадают. Прыгай. А, точно, у меня же воскрешение есть. Да, я Рил тупой. Так. А чё ж ты? Всё. У штрафника начинается ахуй. Я не победим. Да ладно. Ждём, пока у него эта херня заканчивается. Тупо откатываемся. Всё. Можем начинать. Потому что это босс. Это сраный босс. Так. Драка, драка. Нет. А чё ты не прыгаешь-то, дура? Хорошо. Хорошо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, старуха шапокляк. Отлично. Отлично. Убиваем. Отходим. У штрафника ахуй начался. Кулаки чешутся. А другое место у тебя не чешется. Ой, блядь. Нет. Хорошо. Я понял. До свидания, дядь. До свидания просто. Круто. Отличный мордобой, подруга. У меня все-таки... С меня все на сегодня. Пойду посплю пару дней. Разве я тебя куда-то отпускала? Сейчас же отвечай на мои вопросы. Кто тебя послал нахуй? Как ты стал чемпионом теневого разума? А? Ты о чем? Я тут гулял, а потом эти пришли, бормочут что-то о склепах и... как ты говоришь? Теневом уме? Ну я решил их отмутузить, а они давай бить в ответ. Хорошо, хороший все-таки день. Действительно, хороший день. А чемпион? Ну да, ну я думал, это ты. Все, я пошел, дальше без меня как-нибудь, бывай. И вот он исчез в ночи, оставив героиню наедине с открытым склепом. Теневая энергия зловеще сияла в его глубине. А у нашей героини не было иного выбора, кроме как окунуться в эту неизвестность. Вот она, как бы съебывает. Прекрасно, прекрасно, прекрасная история. Един с тенью. Чё? Блять, подожди. В смысле? Нет соединения с сервером. Да? Да ладно. Кстати говоря, вот загрузочный экран, если что. Новый загрузочный экран. Он теперь будет выглядеть вот так. Как бы. Слушайте, неплохая обнова, как по мне. Мне понравилось. Мне понравилась эта обнова. До меня она дошла. И давайте, ребята, все-таки напоследок. Сейчас, подожди.
вот этого вот, вот этого обезьяну. Ты чё улыбишься, пидор? Блядь. Смотри, какая нахуй мартышка. Улыбится она, ты смотри. Ты смотри, улыбится, блядь. Мартышка там. Ты шо улыбишься? Ты не надо улыбиться. Это не может улыбиться. Хотя нет, подожди, сейчас может. Вот теперь улыбится тоже. Ну-ка. Hopefully this place can relieve my millennial-long boredom. Так их один и тот же человек озвучивал. Они, блядь, покурили, походу. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Петруха. Этот ролик затянулся, всем удачи и всем...